И снова дворец спорта «Видное» стал центром баскетбольной жизни. Здесь стартовал чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Болельщики заняли свои места, чтобы насладиться игрой видновской команды «Спарта НК» и московского клуба «МБА». С самых первых минут стало ясно – соперник «Спарте» попался сильный. Игра проходила достаточно жестко. Не обошлось без столкновений и травм. Шли на равных, но обновление состава «Спарты» принесло свои плоды. Команда еще больше помолодела, однако прежние игроки за прошлый сезон набрались хорошего опыта, и техника их стала лучше. И у нас добавились два очень качественных игрока. Один игрок – это Дженнифер О'Нил. Она выступает за сборную Пуэрто-Рико, разыгрывающая. И Нини Столворд – это американская баскетболистка на позиции центрового. И я очень рада, что девочки органично вливаются в наш коллектив. И только его усиливают. Вот. Это и было целью, когда мы искали игроков, которые бы подходили именно под наш коллектив. В середине матча «Спарте НК» удалось на несколько очков оторваться от соперника. Этот момент в результате стал решающим. Большую роль для наших баскетболисток сыграли болельщики. В этот раз их было как никогда много. Наши девочки самые лучшие. Они обязательно достигнут вершин, потому что это мои ученицы в прошлом. Они имели 5,4 по физике, и они также играют хорошо на площадке. Они будут лучше, я уверена. В этом уверены все болельщики города Видное. Игры видновского женского баскетбольного клуба «Спарта НК» давно стали отличным досугом для горожан. Клуб же отвечает гостям взаимной любовью. В большом перерыве прошла лотерея с розыгрышем подарков с фирменной символикой команды. Первый раз пришел, и так повезло. Я просто не ожидал такого. 82-70 в пользу «Спарта НК». Так завершился первый матч чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Ведущим игроком в нем стала теперь уже видновчанка Дженнифер О'Нил. 21 октября «Спарта» ждет своих преданных болельщиков на очередном матче, который будет ознаменован официальным открытием чемпионата. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ».